Доброго времени суток! Данное видео создано для сайта по черчению основы инженерной графики. Автор Зеленов Максим. Наша новая тема – это технический рисунок. Техническим рисунком называют наглядное изображение, обладающее основными свойствами аксонометрических проекций или перспективного рисунка, выполненное без применения чертежных инструментов, в глазомерном масштабе с соблюдением пропорций и возможным оттенением формы. Инженеры, дизайнеры, архитекторы при проектировании новых образцов техники, изделий, сооружений используют технический рисунок как средство фиксации первых, промежуточных и окончательных вариантов решения технического замысла. Кроме того, технические рисунки служат для проверки правильности прочтения сложной формы, отработанной на чертеже. Технические рисунки обязательно входят в комплект документации, подготавливаемой для передачи в зарубежные страны. Они используются в технических паспортах изделий. На технических рисунках допускается выявлять объем предметов приемами шатировки, параллельными штрихами, нанесенными в виде сетки, и точечным оттенением.